Добрий вечір. Слава вашій добрі. Я, мабуть, все таки на русках. Дуже радий вас привітати. Тоді це братського Азербайджана. З небольшими приключеннями, но добрались. Я хочу представити вам главного тренера футбольного клуба «Святополь», господина Георгия Теофишвили, который передался к вашим услугам, и одного из лидеров команды, футболиста, который, наверное, памятен всем нам по выступлениям в свое время за «Зречный штурм», за «Московский локомотив», «Крылья Советов», Давид Мучили, чемпион Грузии вместе с футбольным клубом действующий. Я, наверное, в первую очередь хочу, я передал бы слово господину Теофишвили, который в двух словах расскажет вам о подготовке команды и состоянии на сегодняшний день и ответит на ваши вопросы, если такие будут. Господин Теофишвили. Лучше вот такой режим, что если есть вопросы, задайте вопросы, я буду на них отвечать. А вообще командная как подготовка, подготовилась очень хорошо, было очень много товарищеских игр. Вполне готовы для такого серьезного соперника и ждем игры. Если что, у вас есть какие-нибудь вопросы, я могу на них ответить. Очень хороший футболист и гениальный. Я думаю, что очень трудно будет нам. Но я еще одну вещь хочу сказать, что у нас командная игра, я думаю, что лучше, потому что у нас эта команда строилась 4 года уже. Пишите про фламас, я думаю, что команда 4 лет, 1 лет, 4 лет команда игрыша. Ve biz komanda şeklinde yarışış edildik. Vars için burada ne oluyor futbolistler? Bildiğimiz kimsenin yani komandası heyetinde birçok yeni futbolcular var. Ne ya kaçış kardeş de Vars için karşı ne oluyor futbolistler tanıştık. Ve geyi de mesleğim ki sizin komandası heyetinde birçok yarışık seviyeli futbolcular var. Я надеюсь, что мы сможем выйти в следующий этап. Ümit ederiz ki, yani növbəti mərhələ adını tərəfəş olacaq. Но это будет очень сложно, очень трудно. Çətin olacaq. Выиграется меч. Да, гюдлю галюджаса. Что там, нэбэт зо? Что если мы не пройдем нефти, это будет для нас катастрофа. Кто же меди, ваши меди, вот такую парку. Скажите, а вы прокомментируете? Я не думаю, что это правильно. Чем правильно? Потому что плюс в черты. У вас очень большие традиции. Я, наверное, адатанец, фейк, адатанец, вар. Очень хорошая команда. Команда, я же команда, вар. И если взять так отдельно, что у нас там, если так сказать, что мы должны увидеть, это не так. Мы должны постараться очень. И должен очень много вещей произойти здесь, чтобы мы прошли. Demək ki, biz kesməliyik, ya da bir çox şey eləməliyik, yəni hiss etsək kesməliyik bu mədələ. Если вы меня было там интервью, я всегда говорю, что Нефчи – это очень сильная команда, первая команда Азербайджана, и Азербайджан, в Азербайджане у вас есть очень хорошая лига. Я бы я хвалил интервью, бедрим, что команда, я же команда называю, чемпион команда. У нас есть просто амбиции за себя, что мы должны пойти. Это будет хорошо для нас. Хорошо, за место сообщники кисет будут раунды. Вот такой вещи мы не говорим. С такими заявлениями, честно говоря, не знакомы. Я не знаю, откуда я это вообще. Я с такими вещами встречался. Да, агер нефтяный кисет был на сайте. Мало, 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 агер нефтяный кисет. Потому что очень большое там силы потратили и очень много средств потратили. Знаете, как сейчас грузинского футбола это надо, не только нам. Мы будем стараться за всех.
Yəni biz çox yəni güclü səhifələmişik. Yəni əsasən demək istəyirəm ki, birinci futbol üçün bu lazımdır. Yəni deyəsiniz, əsas şansı, ya tak skajım, 50% у нас, 50% у них. Я не отдаляю сапог, я не кто будет сильнее подготовлен к этим двух играм, то выйдет, тот и выйдет. Чувствую, что я очень хорошо знаю, что мы будем делать с этим телефоном. И так, как вы сказали, что это нас мат, если в грузинской прессе тоже я, пожалуйста, буду помогать переводам так же, как мой коллега. Siz bilirsiniz ki, ötən dostum qoqa belə Zəstəfan da çıxışıqdır. Səhvət qoluna çıxışıq, indi yarış Zəstəfan. Havazda kəfəzlə müqabla bağlıdır. Qorxmurlar ki, yəni, qoqa belə Neftiyə, Zəstəfan yəni, indi yarış komandasının ətrafını artırmaq. Artıq Poplus qəzətində bu haqda da danışdı, yəni Zəstəfan zəhər səhər Мы были, когда мы узнали о Нефти, первое, что я в интервью сказал, я не знал, что у вас 3 месяца будет. Я сказал журналистам, что если Нефти хочет или диски, или состав, и что мы будем делать, как мы будем это делать, мы открыты за все. То же самое я увидел от Нефти, мы были вместе в Австрии. Они сказали, вот этот день у нас игра будет, этот день. Мы ходили там. Они давали список, кто играет, как. Что же самое делали мы? Хорошо, без полного себе вернуться дети. Я не знаю, а сейчас так много информации можно доставить обо всем. Интернет, все, очень много сайтов, очень много средств. Что это не надо там, футболисты спрашивают, какая у нас. А, это вообще на вопрос будет идти, футбол сам же не стал. Чünkü интернет вассасында бір şey, hər bir məlumat almaq olar. Çətin deyil. Я думаю, это будет очень трудно. Да. Не только для них, для всех, в общем, сейчас футбол такой, что так, я думаю, что это невозможно. Как мы можем здесь, например, сказать, проиграть, как мы можем у себя выиграть, если так будет. Yəni, həm futbol da burada olub, öz yerimizi yəni burada da bilərik biz. И моя команда не из-за того пришла, что первую игру проиграть, что или вообще проиграть. Бакия мәғлуб олма гәлмәмişik. Что шансов не было вообще. Я думаю, что то же самое, мы думаем о сегодняшнем, завтрашнем игре. Там все, что бу, вот я самое что она айтит. Лучше взять такие очки здесь, чтобы здесь решить все. Мы тоже так думаем. Яхшо лаш, я на бурда халам кетрасен, че, я че, хэлли десен, я бурда. Да, я как раз хотел перейти, я еще раз представляю, еще раз хочу представить Давида Мутеева. Я передаю ему слово в двух словах о предстоящем соперничестве с азербайджанским чемпионом, о шансах команды и о состоянии вашей личной команды в общем. Конечно, я на когда ваш шанс сам на кино. Наш тренер уже все сказал, потом все говорит. Сейчас был один вопрос, что если мы проиграем, то чьи будут нас критиковать? У нас болельщики и максималисты, и я уверен, что если на этом этапе мы даже Барселону проиграем, все равно будут нас критиковать. Так что мы из этого не будем сойти. Если будет очень тяжелая борьба, будет интересная игра, я думаю, что выиграют болельщики обоих команд. Я, конечно, надеюсь, что выиграет наша команда. Конечно, футбол часто бывает, что сильнейший не выигрывает. Но выиграет тот, кто будет готов лучше к этим двум играм. Я надеюсь, что эта команда будет чемпионом Грузии. Я Peyda olmasa nə qədər bunlar qonduqda yaşayır, baş verir. Niyə ki, Zəl, очень хороший, легионер, очень сильный. Nefti heyətini çox yaxşı, yəni güclü legionlər cəlb edibdir.
Но это не повлияло игре, потому что то же самое игра у них, что было в прошлом году. То же самое стрим, то же самое схема, все то же самое. И так, так очень хорошо сделал эти перемены, что взял команду точно таких футболистов, очень сильно. Но то же самое футболисты могут делать то же самое на поле, что предыдущие. Yəni, əvvəlki futbolçular kimi, yəni yeni futbolçular da yəni eyni oynayırsan. Yəni Neftin cəlb etdiyi futbolçular onun oyununda yəni heç bir təsir olmuyordu. No, igra to je samaya. Atakuyushchi ochen' khorosho nabyudyat, ochen' khoroshiy futbol igrayut. To je samaya sxema, to je samaya igra. Yəni sxema olduğu kimi qaldı, yəni bütün futbol oynayır Nefti. Heç bir dəyişiklik olmuyordu. Я очень всегда говорю, что один футболист, один уровень бой. Играет не очень, команда играет. Если играет команда очень хорошо, все там играют очень хорошо. Но один никого не играет. Мейданда бир футбол сия команда сейчас он там, да, вообще? Я думаю, что это вообще не очень. Кирилл Дорнсон, да, команда Кирилл Дорнсон. Команда Кирилл Дорнсон, да? Ключевой игрок бывает в команде, который, конечно, играет большую роль. У вас такой роль, я думаю, что сейчас новый этот футболист, Убай. Очень хороший футболист, флангов. И бразилец Флавинник. Фланговые игроки у вас. Индивидуалисты очень хорошие. И хочу сказать, Имам Вердиев очень хороший, по-моему, один из самых лучших. Мазадейчан Яшлан Бриен, Джавид Имам Вердиев. Ну, в целом команда очень хорошая. Я не люблю отдельно говорить о футболе. Я не знаю, наверное, Бибель даже похож на это. Вышла, пожалуйста. Речи в Бонгаце. Ну, мы говорили о многих вещах, но они сказали, что всегда у Невчи очень хорошая была команда, очень сильная легионер. Олар вообще бедит, да, очень хорошая команда была, да, вообще чувствует легионер футболцаров. И всегда очень трудно с ними играть внутренне, что ваш чемпионат. Да, Ахрид чемпионат, да, Олар Гаши, ой, на Мацов Цетмол. Мы сегодня увидим. Это очень плохо за нас. Мы не играем на сцене, но я думаю, что надо сперва увидеть это поле. Говорят, что очень другая синтетика. Я не знаю. Сюни мейдан целовал на Махоштан, брат. Он бы забыл, что это башка бьет. Башка зурят, как это мейдан. Я могу милитей на Хоштан, брат. Он бы забыл, что это синтетика. На Невчи тоже повлияет. Ну, нефти тарафы да я бу тасин гюстерзетти. Потому что они тоже играют не на синтетике, они цели подготовлены были на очень хороших полях. И они то же самое. Нефти да хазар дөрмән дөрмәндә бер табиу отты хазарчу да. Яны мәнзе бу. Яны бу да сатар сөйләде. Помешал. Завтра ничего не помешает. Сабай сөйләсен, сейчас говорим. Сорлар бар. Спасибо. Спасибо.
Thank you.